Молоко, река Роня. Да, задолбал. Река Роня. На ней стоит город Пруск. Майор Пронин тоже отсюда родом, говорят. Кроме Пронска, на реке стоит Старостеклянный спиртзавод, так и называется название, Старостеклянный спиртзавод. Двадцать лет назад я там работал. Разнорабочим. Получали ячмень, просо, из него гнали спирт. Денег не было. С рабочими рассчитывались спиртом, поскольку я спирт к спиртному безразличен. Я его менял на продукты питания. Помню, за стакан спирта 250 грамм мне принесли 3-литровую банку молока. Трехлитровую банку молока. Утром, это вечером было. Утром встал, глянул на банку. Ну, трехлитровую банку, представляете? Сантиметров 5 снизу молоко, а все остальное сливки. Я пить не стал, думаю, наверное, это ошибся. Спер у жены вместо молока сливки. Проходит там час-два, встречаю, вижу Сашу, Саша его звали. Я говорю, ты мне, наверное, по ошибке не ту банку принес вместо молока сливки. Он смеется, говорит, нет, это, говорит, у нас обычное молоко. У него корова давала молоко самое жирное в Рязанской области. Вот представляете, трехлитровая банка, ну, говорю, вот сантиметра, наверное, 5 снизу молоко, а сверху вот поднялись чистые сливки. Я вот пил эти сливки, и, ну, трудно передать, вот когда пьешь свежие сливки, вот эти вот настоящие, не пастеризованные там. Такого молока больше я нигде не видел. Старостеклянный спиртзавод. Кто-то спивался. Кто-то работал. Так. Движемся на восток. Вторая серия. Автомобиль Шкода Рапид. Автоматическая коробка передач. Резина летняя. Автомобиль практически новый. Полотно дороги сухое. Две полосы. Временами идет ремонт, это видно будет на видео. Скоростной режим
стараюсь выдерживать в районе 80, но не всегда получается. Движемся в сторону Самары. Трасса М5, Рязанская область. Если между Москвой, да задолбало ты меня, если между Рязанью и Москвой много на ЗС мест для приема пищи, отели и так далее, то за Рязанью несколько уступает. Потом 52 канал, я потом Рязанью. Заправки попадаются регулярно. Потом 52-й рассказал мне. Рязанская область, родина Сергея Есенина, поэта-хулигана. Гениального поэта. Прожил короткую, но очень яркую жизнь. Дорога хорошая, временами просто отличная. Где-то еще идет ремонт. Помню, ехал по этой дороге лет 5, наверное, назад. Дорога строилась, вернее, ремонтировалась. Останавливает меня где-то в этом районе гаишники. Они стояли на противоположной стороне. Вот. Не знаю, там 3 или 4 машины было гаишных. И вот там из толпа человек 8, наверное. Смотрю, один бежит. Не было разделить этого вот этого металлического барьера. Бежит с противоположной стороны, чуть не под машину не бросается. Останови! У меня первоначально была мысль, не дай бог, что случилось. Останавливаюсь. Документы. Да, вот документы. Вы превышали скорость. Ну что, говорю, пальцем что ли определял или как? Где, говорю, этот? В каком месте? Где? Вот там, 20 км в сторону Рязани, вот там стоит, или камера, не знаю, что он сказал, вот там нарушил. Ну, я вижу, что этот человек хочет заработать. Ну, не заработать, не знаю, как это слово назвать. В общем, хочет денег. А время уже было где-то обед. Я так смотрю на него. Сколько штраф? Тогда другие были, что, 300, что ли, рублей. Я говорю, дорого слишком. Я говорю, обед, что ли? Он, видать, не въехал. Я уже несколько раз, по-моему,
в этих видео говорил, насколько реальная картинка отличается от видео. Процентов, наверное, 25, может быть 30 видео передает той красоты, той панорамы, что реально вот в природе здесь видно. Сейчас приоткрыл немного окно. Одуряющий запах травы. Свежесть. Свежий воздух. Просто потрясающее ощущение. Лето уже ранее видел Новосибирск, Москва был выполнен весной, ранее снег лежал, все кругом было серым, коричневым, не знаю, два цвета были. Но сейчас гамма красок, конечно, от светло-зеленого до темно-зеленого, башни все. Я вот обратил внимание, насколько тишина бывает опьяняющей, что ли. Опять вернусь. Стеклянному спиртзаводу, старостеклянный. Там такая тишь и блажь, что стоишь, и суета больших городов, она делает естественное состояние природы каким-то волшебным, каким-то чудесным. Нервов, ни криков, ни давки. Спокойно, спокойно. В конце первой серии, наверное, за несколько минут, можете посмотреть аварийная ситуация. Одна полоса туда, одна обратно. И легковой автомобиль пошел на обгон. Или пьяный. Или наркоман. Хрен его знает. Видит, идет встречная машина. Большой груз шел. Ну там увидите. И пошел на обгон. Мат, конечно, в эфире стоял отборный. Я уже несколько раз, по-моему, в этих видео говорил, насколько реальная картинка отличается от видео. Процентов, наверное, 25, может быть, 30 видео передает той красоты, той панорамы, что реально вот в природе здесь видно. Сейчас приоткрыл немного окно. Одуряющий запах травы. Свежесть. Свежий воздух. Просто потрясающее ощущение.
это уже крайнее видео Новосибирск, Москва был выполнен весной, ранний снег лежал, все кругом было серым, коричневым, не знаю, два цвета были. Но сейчас гамма-красок, конечно, светло-зеленого на темно-зеленого башни все. И вот обратил внимание, насколько тишина бывает опьяняющей, что ли. Опять вернусь к стеклянному спиртзаводу, старостеклянный. Там такая тишь и блажь, что стоишь, и суета больших городов, она делает естественное состояние природы каким-то волшебным, каким-то чудесным. Ни суеты, ни беготни, ни нервов, ни криков, ни давки. Спокойно, спокойно. Маркировка, на мой взгляд, ненормальная. Разделяет встречные потоки от прерывистой линии. А вот проезжая часть, я думаю, можно было бы сделать две полосы. Ну что, хрен поймешь. Сделали бы маркировку, две полосы в каждую сторону и сплошную. Широкая, полноводная, некрасивая река Сна. Берега. Я думаю, для рыбака на удочку с лодки или с берега место просто замечательное. Двигаемся в сторону Самары пока. Солнце в спину. Движение средней интенсивности. Средняя скорость. 80. Автомобиль Шкода Рапид. Автоматическая коробка передач, базовая комплектация, летняя резина. Временами дорога переходит в однорядную, то есть по одной полосе в каждую сторону. Местами идут ремонтные работы. Движение перекрывают.
лето в полном разгаре. Все зеленое. Приятный цвет зеленый. Мне нравится синий. Бежевый. Да, все цвета радуги. Инфраструктура, конечно, желает лучшего. Мало мотелей, мест для стоянки, заправочных станций тоже не очень много. Движение, повторяю, средней интенсивности, но ниже, нежели на М7. Движение тут слабее.
Напихали дорожники и дурилки картонные. Я нигде такого количества не видел. Хвойные, лиственные деревья. Цена на бензин в Рязанской области ниже, чем в Москве и области. Встречаются на трассе и местные жители, которые торгуют свежей сельскохозяйственной продукцией, огурцы в частности. Я вот взял килограмм, хорошие огурцы. Можно еще солить, и малосольные делать, и свежие кушать. Огурцы, говорят, хорошие. Хорошие, говорят, огурцы. Попадаются лесовозы,
Да, первый день тяжеловато дается, потому что долго был без движения. В принципе, состояние не критическое, но уже заметно некоторые напряженные моменты по ногам. Ну, это первые 2-3 дня. А потом второе дыхание. Организм должен привыкнуть к этой постоянной тряске, к такому режиму, ритму. Москвы отъехали на 396 километров. Thank you.
Республика Мордовия. Ну что, интернета нет. Поэтому двигаюсь по первобытному навигатору. Старый обычный старенький навигатор. То есть я хотел сказать, что ту навигацию, которую я использовал до этого, пропал интернет, пропала навигация, хотя в описании сказано, что работает автономно без интернета. Республика Мордовия. Ну, дороги. Дорога хорошая. И полотно дороги ровное. Маркировка. Разметка, имею в виду. Движение средней интенсивности. Бензин в Мордовии дорогой, дороже даже, чем в Москве. За ориентир, или пока самая низкая цена, это в Рязанской области. Москвы отъехали 426 километров. Время реальное московское. Какое же время? 17:50. До Челябы 1440. Это примерно полпути. Самые высокие цены на топливо – это лукойловские заправки. Самый дорогой бензин, самое дорогое дизельное топливо. При этом нет гарантии 100%. Что вам не зальет в бак какой-нибудь суррогат. Цены самые высокие на Лукойле. Вот. Поэтому эти топ-менеджеров устраивают гонки, издеваются над сотрудниками ГАИ, не
недавно нашумевший этот золотой мальчик, так называемый. Это не золотые дети, это ржавые дети, это гнилые дети. Приехал он из Таджикистана, 10 лет живет в Москве, и сын его гоняет на автомобилях за десятку миллионов рублей. 22-летний пацан. Я не против того, чтобы люди жили в достатке. Я не против того, чтобы люди жили в достатке, очень обеспеченно, достойно. Но это должно зарабатываться. Это должно зарабатываться. А то, что вытворяют вот эти... У меня слов просто нет. Еще называют себя золотая молодежь, бриллиантовая. Ребята, какая вы золотая молодежь? Дерьмо. Я не говорю про тех, кто живет в достатке и достойно ведет себя. Учится, работает. Знаете, это хлам. Печально, что из-за таких гибнут люди, гибнут кормильцы, у которых остаются сиротами дети. Это расслоение общества насытых жирных котов, как говорил Владимир Владимирович, жирные коты, и на остальных людей это вызывает напряженность в обществе. Очень состоятельные люди по внешнему виду, и не подумаешь, даже мысль такая в голову не закрадется, что это очень богатый, состоятельный человек. И он огромные суммы раздает нуждающимся. Нет. Детские дома просто людям нуждающимся. Не он, а она, вернее. Просто вот перед такими людьми склоняешь голову и желаешь просто одного самого доброго таким людям.
эти топ-манагеры. Вот этим я и объясняю, почему на заправках Лукойле, лукойловских заправках, самое дорогое топливо. При этом я повторяю, что нет гарантии, что там не зальют вам какой-нибудь бодягу, контрафакт, потому что вот по радио слышно, как на Лукойле объявляют там, купим топливо, продадим топливо. Я не хочу сказать, что там сидят там кассиры, вот этим занимаются, но я и не исключаю того, что есть, которые могут это топливо скупать, заливать и потом продавать. Ведь бесконтрольно, сейчас не знаю, год назад шли фуры из Турции с этим, с контрафактным дистопливом, которое распространялось по всей стране. По всей стране. От Москвы там, вернее, с Кавказа и до Дальнего Востока. И сами дальнобойщики много раз жаловались по радио, что купили не из топлива, а какое-то дерьмо, печное топливо или еще что такое. Мало того, что не доливают топливо, так они еще и разбавляют его, как говорили в фильме «Джентльмены удачи», «Ослиной мочой». Так что, уважаемые автомобили, у меня был один знакомый, который одно время работал на КамАЗе. По городу, по Москве ездил. Рассказывал мне, подъезжают к перекрестку. Присмотрю, где стоит легковая машина с открытым окном. Подъезжаю так, чтобы выхлопная труба прям в салон была. Как дам по газам. Сидит, гогочит. Я говорю, что смешного в этом? Зачем? А просто так. Ну как вот назвать этого человека? Хам, слишком ласково. Вот есть такие, к сожалению. Поздравляю, мы в Пензенской области. Красивая природа. Дальше дороги я, правда, не был. Дальше трассы. Но то, что вот вижу и мельком там мелькает, далеком пролетает вот по видам из боковых окон. Уверяю вас. Уверяю вас, что очень красиво. Очень красиво. Thank you.
дома, к сожалению, почти вплотную к дороге стоят. Никуда 10 метров на 100-150 дальше. Так. Поздравляю. Мы в Пензенской области. Красивая природа. Дальше дороги я, правда, не был. Дальше трассы. Но то, что вот вижу и мельком там мелькает, мельком пролетает вот по видам из боковых окон. Уверяю вас. Уверяю вас, что очень красиво. Очень красиво. Дома, к сожалению, почти вплотную к дороге стоят. Никуда 10 метров на 100-150 дальше. Так. Вот здесь останавливался в прошлом году на привал, на ночевку. Очень хорошее место. Очень хорошее, тихое, спокойное. Рекомендую.
нормально, блядь. Он как на Урале, блядь, встанет в колонну, блядь. Кто-нибудь тянется в подъем, блядь, у кого-нибудь нервы не хватит, начинает обгонять, блядь. И она тут как тут с камерой, блядь, сзади выскакивает, догоняет. Иди сюда, блядь. Блин, да? Блядь, он как на Урале, блядь, встанет в колонну, блядь. Кто-нибудь тянется в подъем, блядь, у кого-нибудь нервы не хватит, начинает обгонять, блядь. И она тут как тут с камерой, блядь, сзади выскакивает, догоняет. Иди сюда, блядь. Блин, да?
антенны, навигаторы, спецификаторы, цифровые приставки, телефоны, антирадары, замена по навигации, навигации, вместе с антенной разведкой. Находимся 129 километров, всего 30 свобода, магнитные.